Уважаемый Ефим Иосифович, добрый день. Добрый день. Вы являетесь председателем общества российско-азербайджанской дружбы. И вы не могли не заметить, что в Азербайджане в Габале прошел международный фестиваль пианистов. Поэтому первый вопрос такой. Почему Азербайджан? Почему Габала? И почему международный фестиваль именно пианистов? Как вы думаете? Надо начать, наверное, с конца, потому что все-таки фестиваль пианистов проходил в Габале не случайно, поскольку там открыты сейчас очень интересные мероприятие было, так сказать, проведено, потому что воссоздан завод по производству музыкальных инструментов на новой основе, и он, так сказать, работает очень эффективно. Привлекаются специалисты из других стран, в том числе из Европы. По-моему, там опыт Голландии даже, так сказать, использован. И вот, как бы вот, не случайно и само воссоздание или развитие этого производства, поскольку спрос у населения на музыкальные инструменты, на приобщение к музыке подрастающего поколения высок. И этот спрос, конечно, вот должен покрываться таким способом тоже. Отсюда и интерес к музыкальной культуре, к культуре фортепианной музыки и так далее возрастает. И не случайно, я думаю, в Габале был организован такой фестиваль. Теперь, если говорить вообще в принципе о традициях такой фестивальной культуры, музыкальной культуры Азербайджана, то, бесспорно, они очень глубокие, потому что это страна с глубокой музыкальной культурой, так сказать, с большими достижениями и оперного искусства, и композиторского искусства, и, так сказать, творчества, и исполнительского, бесспорно. Вокальное, так сказать, искусство Азербайджана высоко ценится во всем мире. И поэтому тут все сплелось, понимаете, вот интерес к музыкальной культуре, к музыкальному производству музыкальных инструментов и интерес к проведению таких фестивалей. Ефим Иосифович, а вы, как ведущий эксперт в российско-азербайджанских отношениях, могли бы уточнить то значение, которое имеет фестиваль между Россией и Азербайджаном, между развитием отношений между азербайджанской молодежью и российской молодежью? Знаете, мы вообще очень активно откликнулись на проведение фестиваля. Мы даже считаем, что в какой-то мере это часть нашей работы, поскольку общая дружба с Азербайджаном должно поддерживать такие проекты. И члены нашего общества, работники средств массовой информации, работники культуры в этом подготовке этого фестиваля активное участие принимали и в освещении его в наших СМИ. Поэтому мы считаем, что это часть, в общем, нашей работы, поскольку крайне важно довести до российской общественности достижения культурной жизни Азербайджана. И наоборот, достижения российской культуры до общественности Азербайджана тоже. Поэтому этот фестиваль один из таких вот площадок, которые это позволяет делать. Мы считаем, что это не только дело Азербайджана, но в какой-то степени и российской культуры, поскольку я думаю, что последствия будут очень большими для взаимодействия культур наших стран. Может быть, у вас есть информация о вероятности, возможности проведения подобных мероприятий в других отраслях и областях науки и искусства в России и в Азербайджане? Да, конечно. Мы, в общем, поддержим несколько проектов, которые будут проводиться при участии общества. Например, мы планируем в этом году или в начале следующего года большую акцию, так сказать, в области изобразительного искусства в Москве. Мы хотим подготовить такую выставку изобразительного искусства Азербайджана в Москве. Мы планируем проведение встреч работников вузов двух стран или СНГ в целом. Вот и одна из первых встреч такая будет, встреча форума, организация форума ректоров
гуманитарных университетов и декана гуманитарных факультетов стран СНГ, который мы рассчитываем будет организован в Баку осенью этого года, как вот одна из, включая и вузы, которые готовят кадры в области культуры, потому что это тоже гуманитарная составляющая. Ну, я надеюсь, что будет усилена работа по сохранению памятников культуры как в России, так и в Азербайджане. Мне кажется, здесь тоже общество может свою лепту внести. И такие проекты тоже существуют. И, наконец, конечно, не крайне важно, это поддержка двух секторов, я бы сказал так, азербайджанской культуры или элементов истории культуры Азербайджана в системе образования России, в том числе и в высшей школе, и в наших стенах, в стенах Российского государственного гуманитарного университета. И не менее важна поддержка русского языка, русской культуры, элементов образования, связанных с Россией, в азербайджанской системе образования, включая школы. Вы знаете, что в Азербайджане очень развит сектор, русский сектор, так называемый, то есть это школы, которые ведут подготовку на русском языке, это высшие учебные заведения, в которых есть такие подразделения, где ведется преподавание на русском языке и так далее. И вот я думаю, что вот это вот тоже крайне важный для нас аспект нашей деятельности. И мне кажется, что нам нужно еще более тщательно, вместе, конечно, с гуманитарными структурами самого Азербайджана, с фондом Гейдара Алиева, с министерствами, ведомствами, которые за это отвечают, поддерживать вот эти два сегмента, потому что от их, как бы, я бы сказал так, развития зависит усиление и укрепление дружбы между двумя народами. Thank you.